Deepfakes. Глубокие фейки, новый вызов информационной безопасности. Так мы озаглавили наш сегодняшний круглый стол. Мы живем лайками. Вот сколько лапочек, так сказать, пальцев вверх поставишь, столько у тебя больше условного доверия возникает. Наши многие масс-медиа находятся в таком глубоком, консервативно-традиционном состоянии. Понятно, что для простого человека это пока не сильно доступно, а если он это будет заказывать вот как облачные вычисления, здесь уже страдает факт анонимности. Люди покупаются не на информацию, они покупаются на эмоцию. Количество или скорость распространения новости увеличивает некую ауру правды.